Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Быть богатым человеком может абсолютно каждый человек на этой планете. И нужно знать всего три вещи и выполнять их всегда. Это должно быть образом жизни. Как говорил Роберт Киосаки, которого я смотрю последние несколько месяцев, чтобы разбогатеть, нужно делать всего три вещи. Вам нужно три копилки. Первая копилка. Вам нужно сохранять деньги. 10% от доходов, которые вы заработали за месяц. Сохранять 10%. То есть вы можете даже в Сбербанке, в Альфа-банке, в любом другом банке, которому вы доверяете. Вот вы получили свои, к примеру, 20 тысяч рублей. И 10%, 2 тысячи отложите на пенсию. Потому что пенсия, если вы отчисляете 1% в пенсионный фонд, это ваш приговор, это не пенсия. Тем более, если увеличивают пенсионный возраст до 65 лет, не каждый человек доживет до этого возраста. И та пенсия, которую вы отдавали в пенсионный фонд в течение всей жизни, пойдет другому человеку. То есть самая настоящая пирамида. Откройте вклад и кладите туда деньги. К примеру, заработали на комнату в коммуналке. Купите из этих денег комнату в коммуналке. Сдайте ее. Потом насобирали еще денег также в депозите под 6,5% в год. Доплатили, продали комнату, купили однокомнатную квартиру, сдайте ее, это уже будет вам пассивный доход. То есть 10% от вашего дохода нужно сохранять обязательно и ни при каких условиях не брать эти деньги. Второе условие. Инвестировать. Инвестировать нужно ежемесячно. Куда? Я и мой муж инвестируем, я расскажу вам в конце ролика. Тоже 10% в месяц. Не советую вам связываться с хайпами, которые закрываются, и вы останетесь ни с чем. И третий немаловажный пункт – это отдавать 10%. По законам Вселенной вы должны 10% своего дохода отдавать людям. Неважно, кто это будет. Может быть, это будет церковь, может быть, это будет какой-то тяжело больной ребенок. Мы с моим мужем жертвуем ежемесячно больным детям, которые у нас в фонде всем миром. Вы можете посмотреть в Одноклассниках или открыть сайт www.ru, в отчетах вы увидите ежемесячно наши фамилии. По 500 рублей мы ежемесячно жертвуем. И это еще не все. Мы отдаем 10% от своих доходов своим родителям. То есть и нам приятно, и им приятно. Итак, куда же мы инвестируем? Смотрим дальше. А я инвестирую в HashFlare. Это облачный майнинг. Вложила я сюда 55 тысяч рублей. Биткоин у нас постоянно растет. И в день мне капает $4.48. За полгода будет $805. И через год будет $1634. Что такое облачный майнинг? Вы можете посмотреть на главной сайте. Реферальная программа здесь 10%, но с маленькими суммами здесь делать нечего. Вот, можете почитать, что такое облачный майнинг. Моментальное подключение, неограниченный срок контракта, моментальный вывод на свой биткоин кошелек. С биткоин кошелька вы можете выводить через обменники на любую карту мира. Здесь все подробно почитайте. И можете посмотреть видео для нового пользователя. Вот, нажимаете кнопочку «Видео», и как работает облачный майнинг, можете посмотреть.
компании уже более 2 лет, и я и мой муж получаем уже $11 в день, это гарантированно. Можно сделать реинвест, и будет получаться еще больше. Кому интересно, ссылочка будет под этим видео.